Электродвигатели. Да, то есть собственные разработки, двигатели, мотор, колесо, которые стоят на транспортных средствах SkyWay, о которых мы с вами поговорим уже в ближайшие, наверное, пару минут. Кстати, слышно меня хорошо, это плюсики вы поставили. Итак, друзья, почему транспортные технологии, почему, скажем так, мы имеем дело с данным проектом? Потому что когда-то генеральный конструктор технологии, это где-то лет 30-40 назад, задумывался над тем, что транспортные системы, которые использует человечество, на тот момент и сегодня, они являются несовершенными. У них есть свои преимущества и недостатки по отношению друг к другу, скажем так, и есть общие недостатки, которые позволяют решить, точнее устранить технологии, которую разработал Анатолий Эдуардович Юницкий, являющийся генеральным конструктором технологии, являющимся руководителем нашего проекта в целом. Мы с вами знаем 4 транспортные системы, которые используем уже более 100 лет каждую. Да? Это автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, это водный транспорт и авиационный транспорт. Да? То есть, как я уже сказал, все данные технологии, они присутствуют в жизни людей на протяжении более 100 лет. Какие-то более 1000 лет, например, водный транспорт. Да? Ну и тоже колесо, например, когда, скажем так, телеги были, деревянные колеса и так далее, тоже используются уже не 1000 лет. Просто, скажем, механизированные виды транспортных средств в виде автомобилей и железных дорог появились гораздо позже. Вот до этого использовалась в основном конская тяга, либо гужевой транспорт, там были запряжены там ослики, валы там и так далее, так далее, так далее. Либо лошади, да, которые перевозили телеги, даже экипажи были, скажем так, по несколько в цепке, можно сказать, дилижансы, да, которые, у них различные были виды дилижансов, то есть там был как один вагон перемещаемый, где сидели люди, как большая карета, да, были в цепке и так далее. Какие проблемы мы имеем на сегодняшний день, но особенно, наверное, касаемо жителей больших городов. Да? Вот я могу, наверное, остановиться на Москве, потому что сам работаю в компании, в московском филиале группы компании SkyWay, да, и живу в Подмосковье. То есть, ну, в первую очередь, наверное, это огромное количество пробок, которые образуются в Москве ежедневно. Да? То есть, как говорил Анатолий Эдуардович Юницкий, да не только он, когда-то города строились для удобства людей, но с момента появления такого транспорта, как автомобиль, города почему-то стали строить для удобства перемещения людей в автомобилях. То есть все меньше и меньше оставалось пространства для пешеходов, да, и все больше пытались выделить полос для перемещения транспортных средств под названием автомобиль. Когда-то в Советском Союзе, вот буквально вчера мы с женой как бы так общались, видели там своими глазами автомобиль типа «Копейка», да, то есть «Жигули» там 2101, 2111, там, и потом пошла серия таких седанов. Там, третья модель, шестая модель «Жигули», пятая, седьмая немножко позже. Когда-то автомобиль считался роскошью, потому что люди стояли, скажем так, годами в очереди за то, чтобы получить талон на автомобиль. И потом уже, скажем, вот того выбора, который есть у нас сейчас, мы приезжаем, выбираем, какое количество там лошадиных сил, какой цвет, да, какой комфорт внутри салона и так далее, были бы деньги покупать. Вот тогда брали то, что было на складе. Так мой отец в свое время получил, скажем так, Жигули ВАЗ-21013, с которым я вот расстался 3 года назад, продал его своему, скажем так, родственнику, да, то есть автомобиль бегал с 84 по фактически 2015 год. Да, и он сейчас, кстати, бегает, ездит и так далее. Вот. То есть автомобилей когда-то было не так много, я до сих пор помню вот эти дороги Подмосковья, саму Москву, да, когда было значительно меньше полос, когда действительно не было таких пробок и так далее, и так далее. Сейчас же в каждой семье порой бывает по 2-3 автомобиля, то есть у двоих родителей, у детей, либо, скажем так, у бабушек, у дедушек свой, у родителей, там, у каждого по автомобилю. Соответственно, дороги не резиновые, растянуть их невозможно, поэтому мы видим порой так называемый транспортный коллапс, который у нас бывает на автомобильных дорогах. Да? Вот. Ну, примерно такая картина. Здесь вы, правда, видите, скажем так, где стоят грузовые автомобили, которые перевозят различное количество грузов, потому что транспорт, он создан для чего? Для перевозки людей, для перевозки грузов, товаров народного потребления, там, не знаю, нефтепродуктов и многое-многое другое, да? Там, полезных ископаемых и так далее, так далее, так далее. Так вот, все транспортные системы, которые мы сегодня используем, они имеют целый ряд недостатков. Да? То есть, в первую очередь, на перемещение транспорта влияет что? Ну, как я вам сказал, если автомобильный, это ширина дорог. Ну, вот красивые картины сейчас вы наблюдаете. Да? То есть, я даже не знаю, сколько здесь полос. Если хотите, можете посчитать, я пока слайд этот оставлю. Вот. И ситуация такова, что мы берем Москву, и действительно, вроде бы как со стороны, если посмотреть, то правительство там Москвы, Московской области решает там проблему дорог, строится, скажем так, дополнительные
полосы в объезд Москвы строятся, расширяются дороги, строятся эстакады, скажем так, над железнодорожными путями и так далее, и так далее. Вот. Вводятся новые станции метро для того, чтобы жители города Москвы могли, скажем так, перемещаться в общественном транспорте. То есть здесь сделан упор действительно в Москве сейчас на развитие общественного транспорта, если говорить с точки зрения пассажирских перевозок. Выделенные полосы и так далее, и так далее. Буквально сегодня видел, там, читал инфу, как зам мэра Москвы Лексутов рассказывал о том, на какое количество процентов снизилась аварийность, когда выделили, скажем так, полосы для специального движения общественного транспорта и так далее, и так далее. К чему я это все клоню? К тому, что тратятся многие миллионы и миллиарды долларов, да, на развитие транспортной структуры, инфраструктуры, которую, в принципе, можно считать устаревшей. Вот. За прошлый год в Москве построено, открыто 17 станций метро. На сегодняшний день, по-моему, 8, и в ближайшее время откроется еще 6, то есть еще 14. Да? Вот. А строительство, скажем так, одной ветки метро, одного километра, обходится порядка там, 100 и более миллионов долларов за километр. То есть это вот такие цифры, которые идут, скажем так, на развитие, точнее деньги, да, которые идут на развитие транспортной инфраструктуры города Москвы. Вот. Конечно же, таких денег во многих регионах нет, поэтому, скажем так, в большинстве крупных городов, в которых еще есть какие-то водные преграды, люди в часы пик, да, обычно, скажем так, в пятницу, например, когда дачи есть везде, начинается исход людей из города, особенно летом, там, и возвращение в воскресенье обратно, образуется вот такая картина примерно, может быть, чуть уже, потому что у нас таких широких дорог я, например, в России не встречал. Вот. То, что вы видите сейчас на слайде. Плюс ко всему, затронем такую тему, да, то есть все эти автомобили, которые перемещаются по территории наших стран, они все выбрасывают в воздух огромное количество гадости, да, то есть как бы непереработанное топливо, потом отходы переработанного топлива, то есть куча вредных веществ, которые выбрасываются в атмосферу, которые дышат люди, проживающие в этих городах. То есть экология, да, страдает от того, что количество автомобилей меньше не становится, невзирая на то, что везде говорят, что у нас в странах кризис, вроде бы люди, скажем так, зарабатывают в последнее время, скажем так, доходы тех же россиян, например, не растут, но количество автомобилей увеличивается. Вот таким вот образом. Далее, погода, да, то есть любые погодные явления, которые происходят в нашей с вами жизни, будь то сильные дожди, сильный снегопад зимой, да, сильный там ураганный ветер, вот, какие-то паводки, да, связанные с теми же дождями, либо весенним, либо стаянием снега и так далее, все это влияет на то, что перемещение транспорта становится ограниченным, либо вообще невозможным. В чем мы с вами периодически можем убеждаться, да, вот там возьмем, затопило там Иркутскую область какое-то количество дорог вылетело, да. Поднялся сильный ветер, ураган, сильный дождь, самолеты не летают. Вот. На водный транспорт это тоже сказывается не очень хорошо, когда есть, скажем, какие-то ураганы, там, сильные ветры, шторма и так далее, и так далее. Вот чем отличается транспорт Skyway, который находится на втором уровне, поднят над землей, да? Тем, что он фактически является всепогодным и можно добавить такое слово практически всерельефным. Потому что уклон, скажем так, путевой структуры, который возможен при строительстве дорог Skyway, вот такой, таких второго уровня, может составлять там 30 и более процентов. Да? То есть, в принципе, не нужно строить, скажем так, серпантины, которые мы видели в горах, да, и так далее. То есть, в принципе, можно прокладывать и экономить значительно на строительстве данных трасс, потому что, скажем, строительство дороги Skyway на сегодняшний день, ну, различные варианты там, потому что у нас есть грузовой транспорт, высокоскоростной, городской, то есть это там от 3 миллионов за километр до 8-12 миллионов за километр, да, в зависимости от тех условий, где будет строиться трасса. Что значительно дешевле, чем те деньги, которые тратятся на строительство автомобильных дорог, высокоскоростных железнодорожных магистралей, это там порядка 50 и более миллионов долларов за километр, да. Сейчас еще, скажем так, в целом ряде стран планируется развивать транспорт на магнитном подвесе, да, так называемой технологии Maglev. В Китае, в Японии развиваются активно высокоскоростные железнодорожные магистрали. В Японии это давно, скажем так, практикуется, но все это намного дороже. И на что стоит обратить еще внимание, да, затрагивая тему транспорта Skyway, то, что технология в разы и на порядке безопаснее, да, то есть перемещение транспорта по путевой структуре Skyway в сравнении с любым из видов транспорта, который мы с вами используем на сегодняшний день. Первое, на что сразу стоит обратить внимание, то, что транспорт, да, и пешеходы будут разведены по уровням различным. Люди совершенно спокойно смогут перемещаться по поверхности Земли, а транспорт будет ездить над землей. Соответственно, уже, скажем так, мы избежим огромного количества аварий, да, которые происходят в разных уголках земного шара.
Мало того, транспортные средства не пересекаются друг с другом, здесь нет перекрестков, здесь нет светофоров, здесь не будут, скажем так, транспортные средства биться друг с другом. Так вот мы часто видим на телевизионных экранах, в интернете, да, огромное количество аварий и так далее. То есть в среднем порядка миллиона человек в год погибает в различных автомобильных авариях и катастрофах, а в десятки раз больше, скажем, терпят, получают травмы различной тяжести, кто-то инвалидность и так далее, и так далее. То есть можно сказать, что благодаря технологии Skyway, вот социальная направленность, да, то есть огромное количество людей трудоспособного возраста сохранят свое здоровье, потому что не попадут в те самые аварии, те самые катастрофы, о которых я вам говорил. Ну и в принципе, если говорить о том, чего достиг наш проект, два слова скажу о том, что стартовал проект компании Skyway, группы компании Skyway в том виде, в котором мы видим его сегодня в 2014 году. Да, то есть были долгие годы разработки технологий, начиная где-то с конца 70-х годов. Да. Были попытки демонстрации данной технологии первого поколения на территории полигонов в подмосковном городе Озера. Это было начало 2000-х годов, начало нового тысячелетия. Да. В том виде, в котором мы сегодня видим транспорт Skyway, создание данных транспортных средств, создание путевой структуры с целью демонстрации возможностей данных транспортных комплексов, да, и их сертификации, и строительство, скажем так, приступить к строительству дорог разных уголков земного шара. Все это началось в 2014 году, был разработан четкий план, который был разбит на 15 этапов, да, каждый из которых включал в себя определенное количество работ, необходимое, которое было выполнить для того, чтобы технологии вывести на мировой транспортный рынок. Вот. И всего этапов было 15. То есть людям было предложено на платформе краудфандинга становиться, ну, практически собственниками технологии, собственниками пакета долей, то есть принять долевое участие в создании данной транспортной технологии. Да, и в дальнейшем, в случае удачного завершения проекта, не завершения, точнее, выведения технологии на мировой транспортный рынок, создания строительства трасс в разных уголках земного шара, получения компании прибыли, эти люди, которые становились собственниками пакетов долей, да, на выгодных условиях, причем с хорошим дисконтом. Да, то есть эти люди в дальнейшем 20%, минимум 20% от прибыли группы компании Skyway планируется пускать на дивиденды для выплат тем людям, которые стали совладельцами пакетов долей. Сегодня мы находимся на 13 этапе, заканчивается 13 этап, третья часть 13 этапа. Да. Всего этапов, я вам говорю, было 15. На начальной стадии проекта уровень доходности, либо дисконт, да, как-то слово более правильное с точки зрения финансовой грамотности, составлял 1000 раз. На сегодняшний день он составляет от 14 до 60 раз, в зависимости от тех пакетов, которые вы приобретаете. Можно рассказывать про транспортные средства Skyway, которые были созданы, скажем так, показывая картинки и так далее. Я бы, наверное, хотел пойти по такому пути и просто вам продемонстрировать ролик, который покажет, что было за это время, то есть какие транспортные средства Skyway на сегодняшний день уже созданы, да. И в дальнейшем просто поговорим уже про успехи проекта в разных местах, в разных уголках, чего мы достигли на сегодняшний день, и об инвестиционных возможностях, которые предоставляются каждому потенциальному партнеру, инвестору группы компании Skyway. Thank you.
Итак, друзья, я вижу, что кто-то написал, что в Новосибирске нужен такой транспорт. Ну, в Новосибирске есть большая река. Как я говорил, что данная транспортная технология для тех городов, в которых есть какие бы то ни было водные преграды, действительно это решение, потому что для данной технологии не нужно строить мостов. Потому что практически путевая структура, она поднята над землей, и на строительство данной путевой структуры нужно значительно меньше расходных материалов, соответственно, денег, гораздо меньше объем работы для того, чтобы возвести данную путевую структуру, будь то над водной преградой, либо даже над землей. Ну и важно понимать, что данная путевая структура фактически для нее не требуется какой-либо специальный землеотвод. На сегодняшний день у нас порядка десятка транспортных средств, которые созданы на нашем научно-производственном предприятии, которое называется «Струнная технология», она находится в Белоруссии. То есть у нас есть и грузовые транспортные средства, вот вы видите, да, юнитрак грузовой, который может перевозить сыпучие грузы. Это грузовая транспортная линия, которая продемонстрирована на территории нашего экотехнопарка, и была она, в принципе, готова к прошлому экофестивалю, экофесту 2018 года. У нас есть легкие транспортные средства вместимостью от 2 человек. Есть транспортные средства, которые вмещают там 18 пассажиров, ну и до 42, если не ошибаюсь, да, на сегодняшний день. И разрабатываются в перспективе, вы видели в ролике, то есть транспортные средства для перевозки контейнеров, которые будут перевозить грузы там до 50 тонн. Вот. И, как говорил наш генеральный конструктор Анатолий Дарович Юницкий, что для демонстрации в Объединенных Арабских Эмиратах, где у нас сейчас идет строительство инновационного центра Skyway, да, частью научно-технологического парка в Шарже, вот там будут демонстрироваться еще и транспортные средства, которые будут перевозить гораздо большее количество пассажиров. То есть это будут и отдельные транспортные средства, которые могут идти в сцепки, как поезда и так далее. И высокоскоростной юнибус, который вы сейчас видите на слайде, да, это транспортное средство, которое будет перемещаться со скоростью свыше 500 км в час. Вот. Основа технологии, вот мы говорим струнный транспорт, струнный рельс, сейчас вы видите на экране. То есть вот так, примерно так, да, потому что есть несколько вариантов струнных рельсов. Сама суть, либо физика, заложенная в данный процесс, выглядит следующим образом. То, что у нас есть, например, две анкерные опоры на расстоянии, там километра двух и более друг от друга. Да? Натягиваются канаты, которые закреплены, канаты, имеются в виду стальные проволоки, либо пучок проволок, да? Которые закреплены, анкеруются прочно в этих анкерных опорах. Все это помещается в металлический корпус и заливается модифицированным раствором, там специальным раствором бетона, и получается очень прочная балка. Да? То есть вы видите здесь пучок струн, струна, так называемый, корпус рельса и наполнение самого рельса. Плюс головка, скажем так, рельса, она, скажем, в каких-то случаях она нужна, в каких-то не нужна, все зависит от типа трассы, нагруза, которую должна трасса выдерживать, и транспортных средств, которые будут перемещаться по данной путевой структуре. Сами виды путевой структуры, которые, кстати, сегодня уже действуют и продемонстрированы на территории экотехнопарка Республики Беларусь, бывают тоже трех видов. Жесткая ферменная структура, да, полужесткий рельс, который находится на верхнем слайде, и провисающая путевая структура, которая может располагаться даже между, скажем так, двумя высотными зданиями на расстоянии километра либо более друг от друга. То есть, по сути дела, схема такого, как говорит наш генеральный конструктор, горизонтального лифта. Да, то есть, еще и будут использоваться, скажем так, законы физики, да, то есть транспортное средство может разгоняться просто даже под своим весом и в дальнейшем не требует, это не требует данное использование, скажем так, данной схемы, не требует двигателей большой мощности, скажем так, ну и тормозов огромных, да, которые, ну, то есть естественный, скажем так, разгон, естественное торможение. Как я уже говорил, что все транспортные средства, которые созданы на сегодняшний день, имеют собственную разработку двигателей, мотор, колесо различной мощности, опять же, в зависимости от тех транспортных средств, которые мы используем на сегодняшний день. То есть больше мощности двигателей стоят на более тяжелых транспортных средствах, больше вместимости, да, соответственно, гораздо менее потребляющие, скажем так, энергию используются на вот том же самом двухместном юнивенде, да, на двухместном юнибайке. То есть, кстати, юнибайк транспортное средство, которое, по сути дела, в момент старта нашего проекта вообще речь шла, скажем так, просто в целом о трех сегментах транспортного рынка. Это грузовой, городской и высокоскоростной междугородний, да. И никто не думал, скажем так, о том, что будут какие-то легкие транспортные средства, там двухместные, трехместные и так далее. Так вот идея, скажем, создания мини-байка, она появилась где-то в начале, наверное, 15, нет, даже не в начале, наверное, в середине 15 года. А в 16 году в сентябре вместе с 14-местным юнибусом данное транспортное средство было представлено на территории выставки под названием «Монотранс-2016». И после этого поехало прямиком в технопарк для обкатки и дальнейшей, скажем так, испытаний и сертификации. Преимуществ
у транспорта SkyWay по сравнению с другими транспортными системами, ну, большое, скажем так, множество, да, то есть выделяли обычно там 5, 10, 15 преимуществ. Ну, наверное, первое из них, то, что позволяет экономить огромное количество энергии при перемещении транспортных средств на высоких скоростях, это то, что транспортные средства подняты над землей, под ним нет сплошного полотна, есть два рельса, да, соответственно, практически полностью устраняется так называемый эффект экрана, который препятствует движению автомобиля на высоких скоростях, и 90% затрачиваемой энергии транспортными средствами тратится на преодоление данного эффекта. У нас это все отсутствует, высокая аэродинамическая, скажем так, составляющая присутствует у транспортных средств, да, и вы видите коэффициент аэродинамического сопротивления у транспортных средств SkyWay порядка 0,06. У самого крутого, как говорится, да, спортивного автомобиля, там, я не помню точно модели Bugatti, который там перемещается со скоростью 300 и более километров в час, он составляет 0,4. То есть в несколько раз больше. Далее, как я сказал, экономия ресурсов при строительстве трасс, да, то есть капитальные расходы при строительстве трасс SkyWay, создание путевой структуры и так далее. И значительно меньше идут, скажем так, денежные средства на амортизационные расходы, потому что, как говорил наш генеральный конструктор Анатолий Горчевницкий, единожды построенная транспортная эстакада, она может служить там до 100 лет. Вот. И прочность, часто задают вопросы по прочности, как говорил Анатолий Эдуардович, скажем так, все трассы, которые будут использоваться, запас прочности путевой структуры от 10 до 100 крат по отношению к тем нагрузкам, которые нужно будет нести данной путевой структуре. То есть SkyWay можно отнести на сегодняшний день к самым экономичным, экологически чистым транспортным системам, самым безопасным. Да. Единственное, вот по скорости мы реально уступаем еще пока самолетам, потому что транспортные средства будут перемещаться, как я уже говорил, со скоростью 500-600 км в час. Хотя есть самолеты, которые сегодня, ну, там, одномоторные, двухмоторные, легкая авиация, да, они с такой скоростью даже не перемещаются. Вот. А по затратам строительства трасс, скажем так, и амортизация в дальнейшем, использование, эксплуатация дорог SkyWay значительно дешевле, чем все нам сегодня известные транспортные системы. Начиная, скажем так, вот даже тех же канатных дорог. Кстати, опять же, тот же Лексутов рассказывал, то, что в Москве вот построена вот сейчас канатная дорога через Москва-реку, да, от университета до Лужников. Я не знаю, сколько стоит билет, если честно, у меня была идея в эту субботу поехать, но вот что-то не сложилось там, да. Хотел поехать на университет, посмотреть на Лужники, вспомнить детство, потому что частенько бывал в тех краях, прокатиться на этой канатной дороге. Вот. Планируется построить еще 8, вот, в передаче рассказывалось об этом, канатных дорог в Москве. Ну и все это вылетает в очень серьезную копеечку, да, потому что, скажем так, даже по сравнению с канатными дорогами, наша технология выигрывает по фактически всем параметрам, да. Ну и здесь вы видите строительство, например, километра, как я говорил, вот, если мы сравним SkyWay, 3,8 миллиона долларов за километр, монорельс 36 и более, да. Далее, магнитная подвес, это от 106 миллионов долларов за километр. И Hyperloop, вы знаете, да, разрабатываемая система, часто с этой технологией связывает имя Илона Маска, 100 миллионов долларов и более, то есть за километр в вакуумной трубе там, и так далее. Производство, на производстве группы компаний SkyWay предприятия струнной технологии используется новейшее программное обеспечение, да, то есть индустрия 4.0. Под названием 3D Experience, то есть было уже несколько форумов, на которых Dassault Systems говорил о том, что на территории Беларуси первое предприятие, которое стало использовать данное программное обеспечение, это предприятие под названием «Струнные технологии». То есть нас представляют как партнеров, и уже представители нашей компании делали доклады по использованию данного программного обеспечения в проектировании, в создании комплексов, крупных инфраструктурно-транспортных комплексов SkyWay, да, с использованием программа обеспечения 3D Experience. Автором технологии, как я вам говорил, является Анатолий Дарчуницкий. В этом году ему исполнилось 70 лет, то есть советский, российский, белорусский инженер, конструктор. У него есть целый ряд научных изобретений, целый ряд изобретений, более 150 на сегодняшний день. Да? Научные работы, с которыми вы можете познакомиться на его сайте www.unitsky.com. Дважды он сотрудничал с такой структурой и получал деньги от Организации Объединенных Наций, то есть выигрывал тендер на развитие технологий. Ну, здесь кратко, наверное, показана история развития струнного транспорта с 70-х годов по сей день. Вот здесь вы видите ЗИЛ-131, который был продемонстрирован, сама суть технологии, да, в Подмосковье. 150-метровый металлический эстакад, на который взбирался ЗИЛ-131 на стальных колесах. Вот это все было показано в начале нашего тысячелетия, как я вам говорю.
За все время работы специалистами нашей компании было получено, начиная, скажем так, с 2014 года, некоторые были получены до того, 83 патента и сертификата, да, на территории от Китайской Народной Республики до Австралии, до Соединенных Штатов и Канады. 18 крупных транспортных форумов, начиная с Инотранса 2016 и заканчивая, скажем так, последним крупным форумом, который проходил, с чего началось активное, скажем, движение группы компаний SkyWay на территории Объединенных Арабских Эмиратов, это Future City Show 2018, да, это форумы также, точнее, и выставки были на территории Австралии, Европы, да, то есть Юго-Восточной Азии, такие страны, как Индонезия, Индия, Таиланд. На этих всех мероприятиях демонстрировалась технология SkyWay, и специалисты мира транспорта, не только, скажем так, представители различного уровня администрации фактически стран со всех континентов, знакомились с технологией SkyWay. Получено большое количество различных сертификатов, начиная от логических, заканчивая, скажем так, сертификатом ISO 9001, да, это менеджмент качества, международным требованиям соответствия менеджмента качества нашего предприятия. Это было получено в конце 17-го, начале 18-го года. То есть компания «Струнная технология» признана на территории того государства, где она работает, это Республика Беларусь, причем является членом Торгово-промышленной палаты Республики Беларусь, да, и с членом Союза строителей Республики Беларусь, то есть компания признана. На сегодняшний день, да, начиная с 2014 года, благодаря тем людям, которые поверили в развитие технологий, которые, скажем так, ратуют за то, чтобы она была реализована, ну и в принципе я считаю это нормальное качество, те люди, которые хотят получить и доход в будущем, да, от реализации данной технологии. Сегодня у нас есть уже достаточно большое количество активов. Ну, первое из них это собственное здание, фактически четырехэтажное, которое находится в рабочих кварталах города Минска, да, недалеко от тракторного завода, 3 минуты пешком от метро «Тракторный завод». То есть сейчас заканчивается строительство нового производственного здания для крупноузловой сборки в микрорайоне под названием Шабаны, это окраина города Минска. Строится третья. Как говорил Михаил Кириченко, идет строительство еще одной производственной базы. Есть собственный, скажем так, экотехнопарк, да, на котором как раз-таки демонстрируются достижения компании «Струнная технология» и группы компании SkyWay. Те транспортные средства, которые увидели в ролике, они как раз-таки перемещались по путевым структурам, которые у нас находятся на территории экотехнопарка. Сегодня их 6. Заканчивается строительство 6-й трассы. Ну и на что хотелось бы обратить внимание, да, то есть активно и много усилий, много, скажем так, сил и средств сейчас уходит на развитие нашего проекта на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Вот. Там, скажем, был целый ряд событий важных в развитии нашей компании, начиная вот с апреля месяца 2018 года. Были переговоры по применению нашей технологии. Приезжали, скажем так, представители Объединенных Арабских Эмиратов на территорию экотехнопарка на наше производство. Вот. Началось строительство инновационного центра SkyWay в Шарджа, где будут продемонстрированы 4 трассы SkyWay, одна из них 400-метровое строительство, которое сейчас идет с провисающей путевой структурой. Сейчас идет согласование документации уже на остальные виды путевой структуры протяженностью на 2,5 километров. Да, то есть там будут демонстрироваться, скажем так, все в Шарджа. Это и стрелочные переводы, скажем так, и технология приобретения билетов, посадки пассажиров в транспортные средства и так далее, и так далее. Очень важный момент, на который обращаю внимание, то, что технологии на территории Объединенных Арабских Эмиратов отнеслись очень серьезно. Был целый ряд мероприятий, на которые демонстрировались наши технологии на территории Эмиратов Абу-Даби, Дубаи, да, и вице-президент, премьер-министр, и он же, скажем так, шейх Эмирата Дубаи, подписал документ в конце апреля месяца, да, в котором одним из 6 проектов развития транспортной инфраструктуры Дубая стала технология под названием SkyPost, так ее называют на территории Эмиратов, где будет строиться 15-километровая трасса с 21 станцией SkyWay. Это будет в ближайшем будущем. Да? Ну, вот одним из мероприятий, которое было крупных, февральский всемирный правительственный саммит, который проходил на территории Объединенных Арабских Эмиратов, там, где второй раз шейх Дубая познакомился с нашей технологией, где они вместе с сыном, скажем, посидели в транспортных средствах, и с того момента, по сути дела, было дано добро на реализацию технологии в Эмирате Дубай. За время развития нашей транспортной технологии с момента старта, с 2014 года, на территории экотехнопарка, вы видите на слайде, побывало 32 международные делегации с разных уголков земного шара. То есть это были представители Южной Америки, африканских стран, Европы, Азии,
Австралия, да, то есть фактически всех континентов, да, ну, может быть, за исключением Северной Америки, хотя представители Канады, если не ошибаюсь, когда обсуждались проекты в Индии, тоже были на территории нашего экотехнопарка вместе с представителями швейцарской стороны. Вот. Сегодня проект, как я вам говорил, находится на 13 этапе развития, причем 13 этап подходит к концу. Да, у нас есть свой определенный уровень доходности по тем пакетам, которые мы имеем на сегодняшний день внутри личного кабинета. И с этими пакетами может ознакомиться любой человек, который зарегистрируется на сайте компании Skyway Capital. Да. Любой человек, который решит приобрести пакет долей из того списка, который есть на сегодняшний день, заключает договор конвертируемого займа. Вот. И, в принципе, если он подписывает требования, он становится собственником тех долей, ну, за которые он заплатит то количество денег, сколько стоит данный пакет. Вот. Пакеты долей могут быть переданы по наследству, да, то есть компания уже осуществляла первый выкуп долей у тех инвесторов, которые инвестировали на начальном этапе. И это было, скажем так, доступно до 5000 человек, которые первыми, скажем, стали инвесторами нашего проекта. И что хотелось бы сказать, то что до 1000 долларов Соединенных Штатов Америки эти люди имели возможность получить обратно, да, реализуют до 100 тысяч пакет, до 100 тысяч долей, которые они приобрели на первом этапе развития группы компании Skyway. Итак, коллеги, что хотелось бы еще сказать? Да, то, что сегодня перспективы инвестирования в нашу технологию сводятся к тому, что вы можете стать совладельцем крупной инновационной транспортной технологии, перспективы которой, как заявляет наш генеральный конструктор, перспективы развития которой, ну, грубо говоря, там 30-50% мирового транспортного рынка в будущем. А суммы, которые крутятся на этом рынке, порядка, если не ошибаюсь, 8 триллионов долларов США ежегодно. Да? То есть и часть этих денег, ну, так как транспортная отрасль будет развиваться, соответственно, и будет больше, да, будет за технологией Skyway. Соответственно, с такого огромного рынка любой из вас, кто инвестирует денежные средства в развитие нашей технологии, в дальнейшем будет иметь возможность получать, скажем, те дивиденды, о которых я говорил, с прибыли, которую будет получать компания. Вот. На сегодняшний день пакетов, которые существуют в нашем личном кабинете, порядка 15. И вот что мне хотелось сказать, как одну из новостей, да, одну из новостей, которая, по сути дела, ну, впервые в прессе появилась у нас, это, наверное, конец недели, начало этой недели, то, что сделаю маленькое отступление. Сейчас я это расскажу. Несколько репортажей из нашего офиса говорили, да, что группа компаний Skyway, компания Skyway Capital, к различным, скажем так, событиям делала различные подарки своим инвесторам. Да, то есть, и такое мероприятие, как экофестиваль, который состоится у нас в августе месяце, это будет четвертый экофестиваль, всегда за собой, скажем так, несло такие, ну, наверное, факты деятельности группы компании Skyway, что предоставлялись либо какие-то пакеты, либо какие-то подарки тем инвесторам, которые выполнят какие бы то ни было условия. Я помню, у нас были пакеты к Экофесту номер один, потом были пакеты к Экофесту номер два. Было, помню, скажем так, программа, по которой любой человек мог записать видеоролик, да, соответственно, те, кто победит, лучшие ролики будут оценены, будет в подарок какое-то количество долей подарено. Но вот как-то где-то месяц-полтора назад в офисе заговорили о том, что как-то к этому Экофесту интересно, будет ли какой-нибудь пакет или не будет какой-нибудь выгодный пакет. И вы знаете, вот как бы так это случилось. То есть сегодня любой человек может зайти на личный кабинет, либо сайт RSV System, и сейчас вот запущено то же самое в компании Skyway Capital, да, и приобрести пакет за 1000 долларов с дисконтом 40, то есть это выгодный дисконт, выгоднее, чем то, что у нас есть сегодня в личном кабинете. И с дисконтом 45. 40, если он приобретает пакет с основного своего счета, то есть за живые деньги, да, и 45 с бонусного счета. То есть для тех людей, кто пользуется своими, скажем так, денежными средствами на бонусном счету, вы знаете, у нас есть люди, которые развивают бизнес по партнерской программе. Соответственно, если у вас на бонусном счете есть эти деньги, то вы можете приобрести данный пакет, и дисконт у вас будет 45. То есть за 1000 долларов вы можете получить либо 40 тысяч, либо 45 тысяч долей. Это вот новость последних, скажем так, нескольких часов. И если у вас есть люди, которые, ну, скажем так, еще сомневались, не сомневались, а думали, да, когда выгоднее начать, вот, может, подождать еще немножко и так далее, да, то вот сейчас именно то время, потому что, скажем так, данная акция, как было сказано, она не будет длиться вечно, она может даже быть не до Экофеста, а, возможно, до определенного количества пакетов, какого я вам сейчас сказать не могу. Но, тем не менее, сейчас есть возможность приобрести с дисконтом 40 либо 45 за 1000 долларов пакеты долей. Соответственно, если вы делаете этот шаг, да, то
Люди, которые по вашей рекомендации могут прийти и приобрести данные пакеты, на выгодных условиях их приобретут. Итак, коллеги, в принципе, в целом у меня все. Я сейчас буквально на 30 секунд сделаю маленький перерывчик. Да, и пишите свои вопросы в чате нашего вебинара. Сейчас мы с вами пообщаемся там о наболевшем, о том, что вас интересует и так далее. Важно понимать, что мы подходим к тому моменту, когда остается два этапа развития группы компаний SkyWay. Соответственно, дисконты будут снижаться. Возможно, мы перейдем на следующий этап после экофестиваля. Я не знаю, я не могу сейчас утверждать. Но тем не менее. Вот, мы активно развиваемся в Эмиратах. У нас есть что продемонстрировать на территории экотехнопарка. Да, вот, на территории, скажем так, бывшего танкового полигона площадью 36 гектар, где сегодня у нас 6 раз SkyWay, цветущие сады там, и целый ряд элементов инфраструктуры, которых не было вообще. Да, все это построено с нуля за деньги инвесторов, которые пришли, начиная с 2014 года. То есть проект двигается, проект узнаваем, о нем говорят в разных уголках земного шара, поэтому 30 секунд и будем отвечать на вопросы. Итак, друзья, первый вопрос тут написано, когда планируется, что закончится все 15 этапов. Вы знаете, ну вот я не оракул, у меня нет, к сожалению, хрустального шара, да, то есть я не обладаю какими-то, наверное, хотя, может, обладаю, не знаю, не тренировал свои экстрасенсорные способности, вот, но точной даты я вам, например, назвать не могу. Вот. Можно предполагать, да, вот я могу предполагать, когда может закроется 13 этап и так далее, потому что в среднем, если вот по месяцам, сколько длился каждый подэтап, у нас выходит где-то, возможно, после экофестиваля, вот, будет закрыт 13-й этап. Да. Как дальше будут двигаться, скажем так, как дальше будет компания двигаться в рамках вот этих 15 этапов, я не могу сказать, что это сложно предположить и так далее, но тем не менее, каждый день ведутся какие-то переговоры, появляются лица, заинтересованные в реализации данной технологии, да. Соответственно, как придет количество необходимых денежных средств на реализацию технологии по тем планам, которые есть у компании, соответственно, так и будет развиваться 14-15 этап. Вам хотелось бы, чтобы это, скажем так, было, ну, как можно быстрее, наверное, да? Так, ну вот тот же самый вопрос у нас прозвучал в социальных сетях. Вот кто-то написал, что в Екатеринбурге закрыли проект строительства второй ветки метро. Я знаю, что в Екатеринбурге даже была статья, что, скажем так, рассматривалась возможность строительства трассы по технологии SkyWay. И там даже была какая-то оговорка, что вот если мы выиграем Экспо, да, который будет проходить, по-моему, в 2023 году, то вероятность того, что будет строиться SkyWay, она как бы выше. Но Экспо, проведение Экспо Екатеринбург не выиграл. Но я знаю, что Екатеринбург выиграл право, если не ошибаюсь, проведение то ли универсиады, да, в 2023 году, кто его знает. Может быть, власти города рассмотрят еще раз проект SkyWay и примут решение, скажем так, эту трассу все-таки построить. Потому что аванпроект был, он предлагался достаточно давно, там, по сути дела, через весь город, там, я не помню сколько, ну, точно больше 10 километров трассы и так далее. Вот опять вопросы народ задает, люди задают вопросы по поводу токена, который выйдет на продажу. Вы знаете, вот как сказано в новостях, да, вот я опять же придумывать не буду, то, что сейчас платформа работает, по сути дела, для тех людей, которые в свое время обменяли доли на токены. Да, то есть получается, что процедуры, которые можно совершить, чтобы увидеть свои токены, обмененные на доли, это для тех людей, которые принимали участие в обмене долей на токены. В дальнейшем, я думаю, мы получим информацию, когда планируется выведение, скажем так, токена в открытую продажу. Я, опять же, ни в коем случае, это мое личное мнение, наверное, да, раз у нас назван, скажем так, срок 1 июля 2020 года, с этого момента будет появиться возможность у того, кто перевел свои токены, да, обмененные на платформу, в личный кабинет криптоплатформы SkyWay, то есть, возможно, где-то ближе к тому сроку начнется торговля на бирже, да, токенами SkyWay. Может быть, раньше. Просто сейчас, скажем так, ведется действительно большой объем работы, нужно определиться, и наверняка ведутся какие-то переговоры, предварительные, скажем так, договоренности
с криптобиржами, через которые будет выводиться этот токен, потому что это не просто так, что вот вышел у меня есть токен, да, вот хватайте меня и давайте будем продавать. Все это нужно, скажем так, доработать, все это нужно довести до ума. Поэтому работы в этом направлении ведутся. Как было сказано, да, и в той инструкции, которая была дана людям, что все любые изменения, новости и так далее вам будут сообщаться. И действительно, если мы посмотрим, ну, я про сроки не говорю, потому что все мы ждали, что это будет раньше, это сделано тогда, когда сделано, что инструкция для того, что нужно будет сделать, да, для того, чтобы увидеть эти токены и так далее, она вам будет дана. Вот инструкция нам была дана, эти люди, которые эти уже операции сделали, увидели свои токены в своем кошельке. То есть все это компания информацию предоставила. Дальнейшее, когда будет продаваться токен, да, сколько он будет стоить. Предположительно, цена увидели, но не факт, что это будет 10 центов. Поэтому мы это уже обсуждали на нескольких вебинарах. Дорого это или дешево и так далее, и так далее. Давайте тему криптотокена оставим к тому моменту, когда нам специально занимающийся отдел в данном направлении даст информацию. Касаемо, вот здесь вопрос задается по поводу внутренней биржи. Вы знаете, вот я сколько нахожусь в этом проекте, да, ну где-то я с 2014 года, с июля месяца, вот, а информация о внутренней криптобирже, она где-то появилась, наверное, с 16, точнее, внутренней бирже, продажи и так далее, где-то с 2016 года. Было несколько человек, которые начали эту тему, скажем так, активно обсуждать. Какие-то из этих людей еще до сих пор остались, да, и как бы так немножко отошли в сторону от этой темы. Я вот никогда не слышал от руководства компании, по большому счету, что вообще шла информация о том, что мы будем открывать там внутреннюю какую-то биржу и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Я знаю, что все мы ждем окончания 15-го этапа, да, потом, каким образом будут монетизироваться эти акции, нам тоже, доли точнее наши, нам тоже скажут. Соответственно, давайте дождемся этой информации. Вопрос звучит так, это только мы не можем еще продавать токен или вообще биржа не работает? Смотрите, отвечу следующим образом. Прочитайте еще раз внимательно два поста или два, скажем так, две новости, которые были размещены по криптобирже, да, и там четко сказано, пока она работает в формате по оформлению долей тем, кто осуществил обмен. Речи о продаже токенов пока нет вообще, то есть ни компания их не продает, ни вы пока не можете их продавать. И если вы внимательно прочитаете, вообще какое-то движение ваших токенов начнется с 1 июля 2020 года. По истечении месяца вы сможете вывести, например, там 49 токенов, да, и дальше с ними что-то делать. Но до этого времени наверняка уже будет решен вопрос и с биржами, и где это будет торговаться, и так далее, и так далее. Поэтому сейчас никто токены вообще не продает, ни компания, ни мы. Так, ну снова повторю вопрос, когда токен выйдет на продажу. Я вам еще раз говорю, пока этой даты нет, да, то есть разработкой блокчейн-платформы занимаемся не мы в Москве. Вот этим занимается, скажем так, ну, я не знаю, либо отдел внутри IT-отдела на территории нашего предприятия в Беларуси, да, то есть есть Евгений Рощенков, который, по-моему, руководит всем этим процессом. Поэтому, когда у нас будет информация, мы обязательно до вас ее доведем. Унибус и Унибак сертифицируют 2 года назад. Что сдерживает от запуска коммерческих трасс по ним? Очень много видео, что они являются идеальным транспортом для такого проекта. Очень ждем, когда эти проекты начнут воплощаться, когда это примерно будет. Дмитрий, ну что я могу сказать? Да, транспортные средства представлены. Вот. Теперь, по сути дела, речь стоит за заказчиками. Да? То есть, где такие трассы нужны, вот, где это будет использоваться, поэтому... Работы, как я вам сказал, у нас есть отдельная структура, которая занимается адресными проектами. Ну, как было отвечено нам недавно, что практически все время, да, там 24 почти часа в сутки у них занимает работа с проектами Объединенных Арабских Эмиратов, потому что, если вы внимательно следили за видео с тем же Анатолием Эдуардовичем Леницким, там он говорил, что у нас в Эмиратах не один адресный проект потенциально. И цель развития группы компании SkyWay такова, чтобы... Мы приступили к строительству адресных проектов еще до окончания строительства инновационного центра в Шарже. Да, у нас транспортные средства есть. Теперь все дело, скажем так, за людьми, которые захотят построить эти трассы у себя. Вот. И как говорится сейчас, если раньше действительно была политика такая, что приезжали люди и говорят, о, как классно, мы хотим, наверное, это построить, ну-ка посчитайте, сколько это будет стоить, да? Сейчас уже это не прокатывает, как говорит руководство нашей компании конкретно. Идет оплата там предпроектных работ, согласований и так далее, так далее, так далее. То есть и проекты, которые
не имеют под собой, скажем так, почву с финансированием, они вообще практически не рассматриваются. Опять же, все дело за теми структурами, не знаю, они могут быть частными либо государственными, готовыми использовать данные транспортные средства для своих нужд. Вот тот спрашивает, как мы можем переходить на 14 этап, если не готова скоростная трасса, и вообще, когда скоростная будет готова. Давайте я вам отвечу следующее. Да, то, что говорил наш генеральный конструктор в августе прошлого года. Земля под строительство городской трассы, высокоскоростной трассы, там более 25 километров в Объединенных Арабских Эмиратах, в Эмирате Абу-Даби, она выделена. Вот. Возможно, там ведутся какие-то работы, я вам сейчас ответить не могу, потому что ну, много не то, что держится в секрете, да, а просто идет, скажем так, планомерное развитие проекта, осуществляется какая-то деятельность, поэтому появятся новости по высокоскоростной трассе, я думаю, нам тоже это расскажут. А почему нам, скажем так, это мешает перейти на 14 этап, если мы не построили высокоскоростную трассу? Ну, я, например, не знаю, потому что, вот, по-моему, на 13 этапе там не написано было у нас, да, что мы вот именно на 13 этапе построим высокоскоростную трассу. То, что там приступить к строительству, да, там закончено проектирование и так далее, вот, а может даже еще проектная работа осуществляется, это да. Вот я в 13 этапе видел, мы проводили мероприятие после перехода на 13 этап, да. Вот я там не видел, что там должна быть закончена высокоскоростная трасса, и это будет необходимым, скажем так, условием для перехода на 14 этап. Там этого точно нет. Когда закрытие Корневой обещали в 16 году? Антон, кто вам, вот, Антон, я вот сейчас к вам обращаюсь. Напишите фамилию человека, кто вам обещал, что в 16 году мы закрываем Корневую компанию. Вот никогда на своих вебинарах я не говорю о сроках закрытия Корневой там, и так далее, да, приема инвестиций. Да, были люди. Вот мне интересно, кого вы слушали и прочее. Так, ну вопрос тот же, когда планируется закрытие 15 этапов. Так, еще вопросы в соцсетях, да? А где гарантии, что не пропадут наши акции? Ну, давайте так, я вам скажу. 100% гарантии вам не даст никто. Да, у вас даже нет гарантии, что вы не потеряете ключи от дома сегодня. Ну, вот так между нами говоря. Вот. И что не придет там какой-то ураган, да, не унесет, скажем так, домик на дорогу из желтого кирпича, где нужно будет идти в изумрудный город. То есть 100% гарантии на какое-то любое событие сегодня в мире вам не может дать никто. Наш проект, он не перестал быть венчурным на сегодняшний день. Да? И риски есть? Есть. Но, скажем так, те риски, которые были в 2014 году, когда не было ничего, и сегодняшние, они, в принципе, несопоставимы вообще рядом. Да? То есть их рядом не то, чтобы нельзя поставить, даже трудно измерить количество порядков, которые, скажем так, отличают те риски, которые были тогда, и риски, которые есть сейчас. Сегодня технология, как я вам сказал, известна, на нее обратили внимание, мы развиваемся уже не в одной стране, да? Вот, тогда этого не было ничего. Поэтому делать ли вам какое-то движение, да, есть ли гарантия, что что-то случится и не выгорит? Ни одна акция, которую вы сейчас купите, даже акция там Газпрома либо чего-то еще, они не могут вам обещать 100% гарантии, что вы не прогорите. Вот. Золото, вот Роберт Киосаки, я недавно видел там видео, которое говорит, что он, начиная с своего молодого возраста, когда он пришел после войны во Вьетнаме, да, он стал, скажем так, покупать золото в разном виде и так далее, и так далее. У него сегодня там большое количество золота хранится где-то. Вот. Ну да, но когда-то падало в цене, когда-то растет, в принципе, в целом оно выросло. Но как бы и доллар, который был в 70-х годах, и доллар, который сейчас, они тоже друг от друга очень сильно отличаются. И человек, который имел, например, миллион долларов даже в 70-м году, да, и миллион долларов сейчас, это совершенно разный уровень, скажем так, не знаю, богатства либо состоятельности. Вот. Поэтому 100% гарантии вам не даст никто. Поймите правильно, вот, тут написали, раньше говорили, что предзаказы есть на миллиарде, а сейчас вы говорите, что заказчиков нет. Вы меня конкретно спросили про Unibike и Uniwind, да, то есть этих транспортных средств вообще не было, когда вот были какие-то предзаказы там и так далее. Когда я шла там о Монголии, о Южной Америке и прочее, прочее. Меня конкретно спросили про Unibike. Unibike был в 2016 году создан и продемонстрирован. Поэтому я не знаю, были ли те люди, которые подписывали какие-то предваренные договоренности, либо хотя бы потенциальные адресные проекты по юнибайкам. Вот я не готов на это ответить.
Я так понял, что биржу создавали. Вы знаете, биржу не создавали. Это вот сейчас опять же вопрос по токенам, да, по крипто, скажем так, направлению и так далее. Токены будут продаваться на тех биржах, которые есть в криптосообществе, да, их там, я не знаю, несколько десятков в разных уголках земного шара и так далее, и так далее. Вот. Сейчас нужно создать, скажем так, механизм, по которому эти токены будут выводиться на эти биржи. Через какие-то биржи они должны торговаться. Мы не можем просто вот влезть куда-то и сказать, вот я открыл свою биржу, вот давайте вот мы там будем. Хотя я не знаю, может быть и есть, потому что криптобиржи тоже периодически образуются. Но я вам просто хочу сказать, вот, например, закончилось, по-моему, бета-тестирование биржи, которая находится в Беларуси. Да? То есть принято решение было почти год назад о работах по созданию этой криптобиржи. Вот сейчас вроде бы она как запустилась, но это многие миллионы долларов. То есть там были инвесторы, которые вкладывали кто-то 50 миллионов, кто-то еще сколько-то. Да? Соответственно, все это дело не одного дня. И сейчас наверняка идут какие-то там согласования, взаимодействия. Действительно, дальше у нас есть этот криптокошелек на платформе эфира, да, и теперь как это все будет двигаться, через какую биржу и так далее. Вот эти вопросы сейчас наверняка будут решаться. Будут ли организованы автобусные кафесты из Москвы? Вы знаете, возможно, но это нужно искать партнеров, да, которые этим занимаются, вот. Которые сами, скажем так, находят друг друга. В чатах партнерских где-то объявляют, что мы там едем в Минск, те, кто хочет там нам подсоединиться, выходите по таким-то координатам, там стоит столько-то и так далее. То есть именно сама компания доставку партнеров из Москвы в Белоруссию не занимается. По городу Минску, там до Мариной Горки, там есть уже сообщение на сайте фестиваль rsvsystem.com, да, информация, откуда будут автобусы, везущие вас в Марину Горку. Когда будет дорога в Казахстане примерно? Вот, Серик, это вопрос опять же не ко мне, да? Это вопрос к административному ресурсу Казахстана, да, заинтересованным лицам среди администрации разного уровня городов там или чего-то еще. И конкретная работа уже потом тесная с представителями наших предприятий в Республике Беларусь. Я вам не могу назвать дату, когда в Казахстане будет. А вам кто-то называл какие-то даты по Казахстану? Вот мне тоже интересно узнать. Потому что раз вопрос возник, кто-то, может, говорил. В основном Сибирякова слушает, да, это вот моему вопросу, кто вам обещал. Коллеги, ну я опять же ни в коем случае не топчусь по костям Сергея Анатольевича и так далее. Мы на своих вебинарах несколько раз говорили, что Анатолий, точнее Сергей Анатольевич Сибиряков не являлся никогда сотрудником компании. Да, вот на тот момент, когда он в 16-м, в 15-м, в 17-м говорил, он не был сотрудником компании, он был ее партнером. Да, он был там, скажем так, достаточно высокого уровня вместе, скажем, с членами правления Skyway Capital и так далее. Но это партнеры компании. То есть это люди, которые на политику компании, на создание транспортных средств, на переходы, скажем так, с этапа на этап, они окончательно никакой роли не играют. У них есть право совещательного голоса. Вот. Они периодически совещаются с Анатолием Эдуардовичем Юницким, да, приезжая туда, в город Минск. Соответственно, вот Сибиряков, он говорил то, что говорил, да. Вот, а вы, как говорится, уши развесили. На всех вебинарах, которых мы проводили непосредственно, да не один раз, мы говорили, друзья, следите за новостями, которые распространяет в информационном пространстве официальные новости компании. Тогда бы у вас сейчас не было вопроса, что вот там мы в 2016 году выходим, там закрываем технологии и так далее, и так далее. Поэтому вот не обижайтесь на мой ответ, но я вам просто говорю так. Вот то, что кто-то там из вас поверил, что мы там в начале 2016 года, в конце 2016 года, в 2017 году, что у нас будут там скайфоны, да, которые он говорил, там Михаил Кириченко что-то рассказывал, как футуролог и так далее, и так далее. Все вопросы конкретному человеку. Компания нигде не писала, что там к 2016 году закроем финансирование и прочее. Антон, не могу сказать, поделят ли этапы на 3, либо на 5 подэтапов, да? То есть это, опять же, решение принимается в Минске. Какое оно будет принято, вы узнаете. Еще есть какие-то вопросы, коллеги? Потому что я смотрю в соцсетях, вот мой коллега не добавляет мне вопросы. В Мирополисе вроде бы на все ли вопросы я ответил, сейчас пробегусь, но вроде бы да. Итак, друзья, новые пакеты – это шанс для тех, кто только входит в проект, да, то есть для ваших партнеров, вот, для ваших потенциальных партнеров, инвесторов, которые могут войти в наш проект сейчас и выгодно приобрести себе пакеты с дисконтом 40, потому что на бонусном счете, вы понимаете, у них сейчас появиться сразу данных средств не будет. Хотя, если они, скажем так, активные люди,
регистрируются сами, подписывают партнерское соглашение и приводят там какое-то количество партнеров, ну, грубо говоря, от 6 и более, да, то они могут воспользоваться денежными средствами на бонусном счете и купить себе с дисконтом 45. Но это надо приложить усилия, это надо, скажем так, быть активным человеком и двигаться. По Казахстану у Юницкого была целая программа 10 лет назад, но власти ее не приняли. Но у Юницкого есть целый ряд программ, да, не только по Казахстану, но и, скажем так, по территории Российской Федерации. Опять же, мы возвращаемся к чему? Все, скажем, решения, да, о развитии транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации принимают администрации на уровне президента, и дальше, скажем так, это идет по областям. Потому что, в принципе, ну, это мое, наверное, личное мнение, сами даже губернаторы не имеют права просто-напросто взять какое-то количество денег, которое им выделено на развитие транспортной инфраструктуры, да, и отдать под какой-то новый вид транспорта. Все это должно быть согласовано. Да и многие не хотят этого делать, а многие боятся. Поэтому дождемся решения этих вопросов, я думаю. Главное, чтобы технология развивалась, главное, чтобы проект двигался в выбранном направлении и сложится. Вот такие дела. Ну что, спасибо вам большое за сегодняшний разговор. QR-код вы можете сейчас, это даже, скажем так, на экране своих мониторов, скопировать QR-код при помощи мобильных устройств, там, смартфонов, айфонов, да, и увидеть целый ряд объектов, да, Skyway в виртуальной реальности, то есть там на 360 градусов покрутить головой и так далее, и так далее. Образцы станции подвижного состава, вход-выход из транспортного средства и так далее. То есть это сегодня реализовано, это вы сегодня можете увидеть. Итак, друзья, у меня на этом все. Могу вас просто благодарить за то, что были сегодня. Вот. Александр Костынчук написал по готовой продукции для использования в странах ЕС. Александр, я знаю, что компания получала какие-то 11 сертификатов, да, Евросоюза. Об этом было сказано еще 2-3 года назад. Об этом есть новость, есть на сайте Анатолия Эдуардовича Юницкого, и там есть даже, по-моему, образцы этих сертификатов либо патентов, но они получены. Стран ЕС. Поэтому поищите эту информацию, либо вы просто мне подсказываете, но я, в принципе, это знаю, я об этом говорил. Итак, друзья, у меня на этом все. Спасибо большое за внимание. Отличного продолжения июля, отличного начала и продолжения недели. Здоровья вам, любви и денег, и до новых встреч. Ну вот вроде какой-то еще вопрос. Спасибо вам, Антонина. Спасибо. До свидания.